Правительство Казахстана все же рассмотрит петицию за отмену единого часового пояса. Коллективное обращение граждан к власти набрало необходимое для этого количество голосов. Желание повернуть время вспять изъявили уже как минимум 50 тысяч казахстанцев. Все они подтвердили свое намерение электронной цифровой подписью. Официальная петиция против перевода времени в Казахстане опубликована на госпортале ePetition. Министерство торговли и интеграции уже приняло ее к рассмотрению. По закону на это отводится 40 рабочих дней. Для этого в профильном министерстве создадут рабочую группу. Как ожидается, в нее войдут не только чиновники и ученые, но и представители общественности. Напомню, когда стоял вопрос о переходе на единочасовой пояс, правительство обещали, что это стабилизирует циркадные ритмы казахстанцев и повысит стабильность бизнес-процесса. Однако многие жители нашей страны изменений к лучшему так и не почувствовали и заявили, что стало только хуже.